Всем привет, с вами я, Алена, и сегодня у нас видео, посвященное моим покупкам из магазина Fix Price. Было у меня несколько заходов, давайте смотреть, что же я купила в этот раз. Все-таки не удержалась, и с третьего захода я приобрела себе вот это сервировочное блюдо большое. Размер его 40 на 30 сантиметров, изготовлено оно из сланца и ЭВА. Я вас спрашивала, подходят ли эти блюда в качестве разделочных досок. Вы мне сказали, что нет. Один был такой ответ, но я полезла в интернет и выяснила, что все-таки можно. Да, это очень прочный материал. На этих блюдах можно даже готовить в духовке. Блюдах. Вот. Можно даже готовить в духовке, все замечательно, они очень прочные, не впитывают в себя никакие запахи, жиры, белки, углеводы. Все с ними должно быть хорошо. Так, и они также не подвержены образованию ни коррозии, ни росту грибков, бактерий, там, плесени и прочих нехорошестей, что, в принципе, вещь достаточно, ну, скажем так, вечная, что ли. Хоть тут и написано, что нельзя использовать в посудомоечной машине, я в интернете вычитала, что они выдержат и мытье в посудомойке. И минус один единственный на всех производителей – это край. Вот такой вот необработанный, обрезанный край. Давайте мы с вами протестируем. Стоило это блюдо 299 рублей, а протестируем мы на примере вот этого ножа. Для томатов я его себе все-таки приобрела. Стоит он, по-моему, 55 рублей. 23 сантиметра его длина. Рекомендую обязательно. Кстати, этот нож произведен в России. Это большой плюс. Здесь такая ребристая поверхность. Пилочка такая. Этот нож действительно режет прям вот все, не только томаты. Я им люблю и рыбу красную нарезать тонкими ломтиками, и все. Были в разных размерах. Я взяла самое большое 40 на 30 сантиметров, 299 рублей. Было, по-моему, 30 на 30, 249 рублей. Были подставочки 4 штуки в комплекте. В общем, там несколько вариантов. Все в обзорах полочек это есть. Я вам оставлю все ссылочки. Проходите, смотрите. Сейчас где-нибудь с краешку попробую попилить ножом и посмотреть на эффект. Эффект такой, что да, в качестве разделочной доски не подойдет. Есть небольшие царапинки. Вот. Видите? Не знаю, как я так в интернете вычитала, что можно. Но то, что вижу я сейчас, нет, нельзя. Так что будем только сервировать на этом красивом блюде большом. Или, может быть, я его поставлю на плиту в качестве защитного экрана. Почему нет? Раз он выдерживает высокие температуры. Вот такое вот блюдо для сервировки. Ванную комнату себе взяла, новую косметичку. Ее стоимость... А сколько ее стоимость? Сейчас чек найду. Косметичка 199 рублей. Вот такая вот большая. Мне она подходит по цвету моей ванной. Выбирала максимально аккуратную. Были криво пошитые. Ну, вроде это ничего. Буду организовывать хранение ванной. В эту косметичку много всего влезет. Приятно такое прозрачное окошко, сразу видно, что в ней лежит. Потому что иногда я забываю, где что лежит. И все как-то открывать, искать очень долго. Материал ПВХ, полиэстер, нейлон и сталь. Большие длинные ручки. Но для косметички они длинноваты. Но мне нравится очень. Она очень вместительная. Вот такая вот классная косметичка. Были в трех цветах. Еще мне очень понравился голубой цвет. Он прям такой был, ну, не перламутровый, но с блеском. А это так не блестит, да. И розовая была косметичка, она вообще не блестела. Это есть небольшой блеск, но синий он был более такой яркий, что ли. В общем, вот такие вот косметички классные Фикси продаются. Обратите внимание. За 50 рублей также в ванную комнату себе взяла футляр для зубной щетки и пасты, но я не буду использовать его по прямому назначению.
Хотя в этом футляре, да, хочу хранить зубные щетки. Старые зубные щетки использованы. Я оставляю и, например, могу старой зубной щеткой почистить что-нибудь. Труднодоступные места. У нас как бы 4 человека в доме, то есть щетки меняю сразу все. И 4 щетки у меня остаются. И валяются они просто. Ну, просто валяются. А так будут вот в таком контейнере храниться. Есть шнурочек, можно завязать, если вам это надо. И тоже цвет под мою ванную. Хотя там цветов было много. 4 точно было. Бежевый был. Розовый, по-моему. В общем, не вспомню. Тоже все в обзорах полочек есть. Проходите и смотрите. Очень меня порадовал фикс прайс в этот раз. Можно сказать, подарив мне вот такой вот гель для стирки. Бальзам с алоэ вера от Биолан, мой любимый. Здесь 1 литр 200 миллилитров. Обычно он стоит 77 рублей, а тут я взяла. Так, тоже должен быть второй чек. Да, вот он. По-моему, 66. Да, 66 рублей. Представляете? Всего лишь 66 рублей. Теперь жалею, что не взяла сразу. Не знаю. 10 бутылок. Зато надолго бы хватило. На полжизни, наверное, точно. Так, что еще покажу? А покажу вам шорты для своего сына. В нашем фиксе такие разобрали прям в лед, который на Никольской. И вот я была на проспекте Ленина, там они еще есть. Есть желтенькие, есть вот такие салатовые, есть серые и для девочек розовые. Ну, небольшое количество ниточек. Ну, за 199 рублей я все это прощаю. Легко обрежу. В детский сад гонять — обалденные шорты. Вот такой вот материал. Покажу вам поближе качество материала. Мне все очень нравится. Шортики с подворотом. Мы их брали на море и с удовольствием там в них бегали. Теперь вот в детский сад берем. Я беру размер побольше. 128 сантиметров. На качество это не влияет. То есть и мой малыш 110 сантиметров, который носит их. Все нормально, они на нем не болтаются, все замечательно, все хорошо. Это Кыргызстан, 100% хлопок. Вот такие вот шортики. Обратите на них внимание. Для дочки за 77 рублей увидели новые носочки. Такие котейки. Брала я подобные носки, которые с клубничками недавно. Мы на море их брали, дочка там не ходила. Все хорошо, ничего не порвалось. Я очень переживала за качество. Надеюсь, эти будут такие же крепкие. Размер 36-38. Производство Китай. Состав 49% полиэстер, 27% хлопок, 23% полиамид и 1% эластан. Стирка здесь при 30 градусах. То есть можно даже в машинке постирать. Хотя, конечно, я бы в мешочек, в отдельный, обязательно бы их отправляла. Чтобы, не дай бог, не зацепились ни за какую молнию или пуговицу. Или еще что-нибудь. Повторила покупочку себе вот такого геля для умывания. Саха кислотами, витамином С, который осветляет, борется с пигментацией. Для всех типов кожи он подходит. Да, с пигментацией он борется, это точно я могу сказать. И осветляет кожу, это тоже да. Мне понравился. А самое главное, очень приятный аромат персика. Вот он пахнет прям персиками. Шикарный. И этот гель стоил 77 рублей. Тоже по акции. Брала сыну канцелярию в детский сад. И там были клей-карандаш от Эрих Краузе. Обычная цена 45 рублей. Цена по... 55 рублей. А цена по карте была 47 рублей. Я взяла вот два в детский садик и один себе домой. Очень хороший клей, нам он очень нравится. 19 грамм, достаточно большой и долгоиграющий. Вот так вот он выглядит. Ну, обычный клей-карандаш. Рекомендую. А, вот они, еще и серенькие я взяла. Да, забыла, сегодня была фикси, еще взяла и серые такие же шорты. Шорты были без опознавательных знаков, без наклеечки. Ну, так внешне я поняла, что это большой размер. Да, вот внутри увидела теперь. 128 рост. Тоже. Будем в детский сад в них ходить. Для меня было
удивлением, приятным удивлением, что в Фикспрайсе я еще раз увидела вот такую пряжу. На проспекте Ленина было 7 моточков, я их все забрала. Извините, кто искал, я их забрала, все, они мои. Шикарная пряжа, цвет салатовый, 60% хлопок, 40% полиэстер. Стирка при 40 градусах. Я уже начала вязать плед из этой пряжи. И чтобы он был плотненький, вяжу вот по 2 моточка сразу. Все замечательно, мне все нравится. Шикарная пряжа. Так, что еще вам покажу? Еще вам покажу носочки. Опять для себя взяла. Очень мне понравились. Новиночка от Lady Collection. Размер 35-39. Камера, не знаю, как-то не ярко вам передает. Да, они прям ядрено такие салатовые. Шикарные носочки, яркие неоновые цвета. Были оранжевые и розовые. Вот с такой сеточкой. То есть, я так понимаю, это носочки спортивные. Резинка посередине стопы для лучшей посадки. Шикарные носки, мне очень понравились. Состав, конечно, не всем понравится. 67 полиамид, 29 полиэстер, 2 эластан и 2 эластоден. Ничего здесь натурального нет в составе. Стирка при 30 градусах. Но для того, чтобы позаниматься спортом, вполне хватит. Ничего страшного, ноги особо не вспотеют. Вот такие вот носочки. Ну, немножечко продуктов для своей кошечки Киски Анфиски. Взяла корм с курицей, ее любимый Perfect Fit. Что-то у меня сегодня с дикцией. Не выговариваю. Вот такой вот здоровый мочевыводящей системы поддержания здорового веса. Курица в соусе. Очень хороший корм. Она его обожает. 75 грамм. Как же нас тут киса недавно напугала. Она пропала у нас на неделю. Мы думали, все, мы уже попрощались, если честно. И тут она приходит. Ё-моё, исхудавшая. Вся... Ой. Мне чуть плохо не стало. Целый день потом голова болела. Я ее выхаживала, отмывала, откармливала, отглаживала. В общем, больше я ее на улицу не выпущу. Обойдется, пусть дома сидит. Да, чтоб не пугала меня. Так, дочка взяла. Любит она. Да с детского сада, с ясель любит вот эти вот печенья, пирожные, барни. Это не печенье, это бисквиты, да, барни. С шоколадом, выгодная упаковка, 8 штучек. И стоили они... 99 рублей одна упаковочка. Ну, любит ребенок, пускай ест. Что. Я не против. К чаю, вкусняшки. Так, что еще? Еще печеньки новые взяла на пробу. Шоко-барокко. Юбилейная. 55 рублей. Наслаждение вкусом. С молочным шоколадом. Давайте откроем, заглянем, что там внутри. Внутри две вот такие упаковочки небольшие. Так, открываем. Немножко шелеста. И печенье у нас в руках вот в таком вот сломанном виде, к сожалению. Ну, это вроде как одна такая печенюшка сломанная. Сейчас попробую аккуратно выудить цельненькую печенюшку. Вот. Такая вот красота. Вообще я люблю юбилейное, вот с глазурью. Очень вкусное. Даже с белой глазурью, хотя белый шоколад не люблю, но в юбилейном очень вкусная глазурь. Вкусняхи. Давайте вам поближе покажу состав. Да, нормальный состав для современных сладостей, очень даже неплохой. И здесь 150 грамм. Опять набрала газировок, баночек. Пепси без сахара, как меня муж любит. И миринду для себя. 27,50. Обычные баночки. Я, конечно, больше любила классику. Эти пузатые баночки, которые продавались еще, наверное, лет 10 назад. Точно они были. И как-то вот из баночки приятнее пить. Не знаю, мне прям вот нравится. И как напиток кажется более вкусным, чем в бутылке, в пластиковой. Может быть, это мое восприятие, но муж меня поддерживает тоже. Ему тоже больше нравится вот именно в алюминиевых банках. Даже в стеклянных как-то не то. Так, дочка взяла конфетки, карамельки. Что-то у нее прям
ее прорвало в последнее время на карамель. Взяла вот такие, Невский кондитер. Традиционно высокое качество. Конфетки эти стоили. Так, найти бы в каком-то чеке. Наверное, 55 рублей. Так. Карамель. Да, 55 рублей. Здесь целых 400 грамм. Давайте состав посмотрим. Патока, сахар, песок, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизаторы, несколько видов и красители. Красители хорошие. Экстракт паприки, куркумин и кармин. Может содержать следы диоксида серы. Ну и самое последнее, что я вам покажу, это вот такие макарошки мы берем в Фикси. Паста Collection. Время варки 6-8 минут из твердых сортов пшеницы. Не знаю, правда или нет, но да, макароны хорошие. Главное не переварить, поймать вот эту вот историю альденте. И тогда все будет хорошо, будет нам счастье. Здесь 400 грамм. 27,50 они, по-моему, стоили спагетти. Да, 27,50. Вот такие вот макарошки. Все. Вот они, мои покупочки в этот раз из магазина Fix Price. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Господи, как же я счастлива, что моя кошка дома. Вы себе просто не представляете. Каждый день по несколько раз на день пересматривают все объявления в интернете на всевозможных сайтах. Это ужас, конечно. Ладно, не будем о грустном, будем о приятном. Я вас всех люблю. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. И по скрипту не забывайте о лайках. Пока-пока.